Здорово, игроманьяки, с вами Джейсон, канал True Money Games, и это последняя часть игры The Crew. Последняя миссия. Предательство. Оно часть тебя, да, Бритва? Друг, ты кто такой? Алекс Тейлор. V6. Дейтон Тейлор был моим братом. И здесь я вижу тех, кто его знал. И уважал. Алекс Тейлор? Он братишка Дейтона. Я был там, Бритва. Мост Амбассадор. Ты всадил в него пулю. Спокойно убрал помеху со своего пути. Вот так, значит? И что же ты тогда не стреляешь? Потому что мы 5-10. Мы все решаем на дороге. V8 должен это знать. 5-10! Да! 5-10! У тебя корона Дейтона, Бритва. Верни ее мне. Хочешь стать V8, да? Тогда погнали. Ну, с ума сойти. Все, Бритва. Все просто. Я выстрелю, и ты мертвец. Если заберу корону, ты вообще ничто. Какая глубокая философская мысль. Если я застрелю, то ты мертвец. А если выиграю, то ты вообще в ничто. Ребята, вы все это слышали? Слышали, Алекс, и мы с тобой. А Бритву будет ждать сюрприз у финишной черты. Хорошо, что ты не стрелял в Бритву и не разрушил свою жизнь. Зато я могла бы. Заткнитесь. Алекс, все получится. Соберись и вынеси этого урода. За нас обоих. Сейчас, спокойно, подожди. Сейчас все Уничтожь будет. Его, Алекс, порви. Дорву на все кусочки, на 8 частей. На британский флаг. Черта себе. Способен на большее, малыш, поднажми. А это что сейчас было? Боже мой. Сколько ехать-то? 34 чекпоинта, 34 чекпоинта. Я не вынесу этого. Глотай пыль. Так держать, тигр. Какая-то странная полоса какого-то странного цвета. Или она в ночи так горит. Что просто ужас. Они только заходят в поворот. Боже мой! Будьте вы прокляты. Опять начинается. Теперь уже в гу... Боже мой, я думал, это можно... Можно объехать как-то. Скотине. Ты давай там это, не под это, не под того. Не говори мне под руку. Я буду мягко выражаться. Давай, тащи. Это вот такое происходит, я прям отказываюсь понимать.
происходящее. Они дышат мне в пятки. Я прям копчиком ощущаю дыхание. Это только четверть пути. Еще нам предстоит долго гоняться по этим районам Лос-Анджелеса. Отлично, я его уделал. Ну надо гонять грязно, блин. И в общем не надо во время гонки много разглагольствовать, потому что это может чревато для вас закончиться. Давай, Алекс, давай! Да ёб! Да как такое возможно? Ладно, я сейчас все исправлю. Ну стой, козлина. Из-за одного моего заноса ты не можешь выиграть. Этого недостаточно. Я не думал, что судьба будет решаться на BMW. Совершенно не мог предполагать такого. Я думал на стриткарах. То, с чего мы начинали. Стриткары должны были решать нашу судьбу. Таково мое мнение. Но я заметил, что в этой игре мое мнение сильно различается с мнением разработчиков, поэтому... А мы не созданы друг для друга. Я пришел к такому выводу. Пройдено, больше половины пройдено. Пока есть шанс увеличивать фору, надо ее увеличивать. Каждая покрышка сбивает нам скорость. Причем покрышки спаунятся. Как мы видим, они просто появляются из ниоткуда. Способен на больше, малыш, смысле? Поднажми. Ох ты, круто. Так держать, вошел в стену, так держать, тигр. Алекс, мы слишком многое прошли, чтобы продуть этой скотине. Ты еще раз это скажешь, и я отправлю тебя в ад. Фу, пока удается. Уничтожь. Даже Алекс, просранные моменты удается отыграть. Плевать, поедет по встречке. Надул появляющийся трафик, поехал по... как это сказать? По направлению движения. Пока нитро позволяет, надо использовать его. Осталось не так много чекпоинтов. Надо быть предельно сосредоточенным. Они безнадежно далеко. Этим нужно воспользоваться. Хорошо, что трафик не плотный. У нас есть возможность пока гнать вперед, ни о чем не думать. Думать только о грузовиках. Осталось совсем чуть-чуть.
Вот уже и финиш. И, блин, на финише они сделали двухполосную дорогу, твою мать, а. Неужели это все? Все, Бритва, сдавайся. Я ничего не бросаю. Никогда. Ты думал, это будет просто? Ты меня сдал, кусок дерьма! Я убью тебя! Ух ты, боже ж ты мой, то. Нужно, Бритва, и даже не знаешь об этом. Я достану тебя, Бритва! Гори в аду, Тейлор! Ну вот и поговорили, собственно. Нам нужно догнать его Бритву, собственно, на его суперкаре, управляя вот этим вот внедорожником. Но это надо сделать путем сокращения и срезания углов по бездорожью. Не зря у нас внедорожник. Пока он там пытается вырулить, повернуть, мы должны следовать так по предельно прямым плоскостям. Довольно неплохо так у него получается управлять авто. Он выезжает из сложнейших ситуаций, которые я ему создаю. Вы понимаете, да, что догнать его на нашем автомобиле, в принципе, проблематично. Где же ты? Голубчик, ты где? Ты едешь? Блин, он очень быстро едет, хрен его догонишь. Ему нельзя давать разгоняться. Бритва, стой, Бритва. Ну куда же ты, голубчик? Ну я же не обижу тебя. Ну если только чуть-чуть. Ты же всего лишь убил моего брата. Ну подумаешь, бывает с каждым. Ты же наверняка это сделал не специально. Да? Чего там с ним? Блин, он врезался в припаркованное авто, стоящее там в огроменном количестве. Какого черта? Вы видали, нет, это просто сверх какая-то скорость у чувака. Но сдается мне, я все равно его догоню. Рано или поздно. Ему остался, в принципе, один удар. Вообще обидно, конечно. Сейчас бы было эпично, если бы я в него въехал. Не могу догнать, не могу. А вот он шанс. Ну чё ж ты никак-то, а вот ты наконец-то ты сложился, голубчик. Да хоть так. Дорога — моя жизнь. Гонки для меня все. Так всегда было и будет. Здесь я все и улажу.
Я многое потерял. Своего брата. 5 лет в тюрьме. Но я обрел свою команду. 5-10. Свою новую семью. Думаю, мы в расчете. Дорога — моя жизнь. Я никогда не оставлю. И никогда не буду один. И на этой радужной веселой ноте заканчивается The Crew. Алекс. Да ладно, все кончено, так ведь? Думаю, решать тебе. В мире полно членов 5-10. Группировки соревнуются, оттачивают навыки, строят гаражи. Не расслабляйся, Алекс. Чем тебе еще заниматься? Хорошо сказано. Увидимся. Ну, здесь нам намекает, как мы можем продолжать выполнять различные задания, гонять в онлайн с другими игроками, но игра, тем не менее, сюжетная часть игры на этом заканчивается. Что я могу сказать от себя? Я не буду разводить там критику и прочее. Я вам скажу так. Ознакомьтесь с оценками ведущих игровых изданий, чтобы как бы это было не мое там скудное мнение, а уже профессионалы своего дела высказали вам их точку зрения. Я в целом скажу, что оценки превышают чуть выше среднего. То есть это где-то порядка 6 из 10, не более того. От себя же могу сказать, что лучше потратьте ваше время на просмотр первого форсажа и угнать за 60 секунд. Это доставит вам куда больше удовольствия, нежели игра в данный проект. А с вами был Джейсон, и это канал True Mania Games, игра от настоящих маньяков. И именно на нашем канале, один из немногих, это канал, который прошел The Crew полностью. Не забывайте про лайки, подписывайтесь на наш канал, также заходите в нашу группу ВКонтакте и смотрите в описании, там полно интересных ссылок. Также хочу сказать, что сейчас, именно в декабре месяце, проводится голосование VSP групп по отбору из игровых каналов. Я кину в описание ссылочку. Если вам не сложно, пройдите, проголосуйте за наш канал. Он там называется 1987BMF. Вы узнаете по нашей фирменной масочке. В общем, всем удачи и до новых прохождений, коих будет несметное количество еще впереди. Пока-пока, удачи всем. Если ты настоящий геймер, если ты хочешь быть в курсе всех новинок игрового мира, если тебе интересно прохождение игр на YouTube, то подпишись на игровой канал True Mania Games и посети паблик TN Games. Самые быстрые прохождения, трейлеры и новости из мира игр. True Mania Games. Игры от настоящих маньяков.